Всем добрый день! Вы на канале Мода и Красота. Шикарные объемные стрижки 2020 на среднюю длину волос. Женщин с шикарной густой шевелюрой не так уж и много. Чаще всего женский пол мучается с тонкими волосами и недостающим объемом. Для придания волосам пышности женщинам приходится каждый день работать над собственной прической. Правильная стрижка во многом упростит задачу. Стрижка каре. Рекомендуется создать каре с ровным срезом, чтобы увеличить плотность прядей. В этом случае ваши кончики не будут выглядеть тускло и безжизненно. Лучше всего остановиться на классике или каре на ножке. В зависимости от формы лица и бровей вы поймете, нужна ли челка. Для получения двойного объема достаточно сделать укладку или локоны. При тонких волосах не помешает воспользоваться долговременной завивкой. Еще одним блестящим вариантом во всех смыслах является ламинирование волос. Стрижка боб. С помощью этой прически можно достичь превосходного объема. Она обожаема многими звездами, вследствие чего завоевала огромную популярность среди миллионов простых женщин. Локоны внизу слегка утончаются, однако прикорневой объем потрясающий. Для придания стиля можно использовать асимметричность, когда волосы с одной стороны длиннее. При этом классический вариант остается не менее выигрышным. Удлиненный боб имеет отличительные черты. Главной из них являются передние пряди, нежно обрамляющие лицо. Стрижка каскад. Эта многослойная стрижка просто не может не находиться в списке самых объемных вариантов. Благодаря различной длине волос и создается пышность и визуальный объем. Каскад – одна из самых распространенных причесок. Красиво смотрится слегка растрепанный каскад, когда на голове легкий творческий беспорядок. Стрижка Аврора. Главный секрет данной прически заключается в том, что волосы на макушке значительно короче основной массы, однако с ней стоит быть аккуратнее, она имеет свойство полнить лицо.